Бегущая строкой вдали мелькнул беглец. Мы знаем общий результат. Спасен. И предназначено ему пустует крест. В компании гонения он будто ни при чем. Якова угроза испугала сам, и он бежит в историю скитаний. На место беглеца себя хоть раз поставь, и более понятным благословение станет. Ночные холода и днем палящий зной надвинулся нежданной чередою. Кого бы не увидел, уже дрожишь за мной, как будто ты непойманный разбойник. Бежит по полю юноша Давид, мелькают пятки 3000-летия. Он под смоковницей на Панаилом спит, пустует приготовленная клетка. Предупреждали вовремя друзья, и Иарафан знамением пустит стрелы. Беги же, отрок, за тобой змея, гнездо уютное и в памяти сгорело. Бог Иегова каждому маршрут назначил до рождения, до зачатия. И недруги того, гляди, сожрут, у снайпера посечки будут чакать. Те отзвуки чудесных избавлений осознавать придется в кабинетах, сгибать в усталости скрипящие колени, молвой худой до нижнего раздетый. Беглец, профессия посланника Иисуса, он сам в Египет по барханам скрылся. Высокий берег с обмелевшим руслом, и голубь улетит на двух заветах крыльях. За женихом небесным побежим, и не в затвор, но с благовестием чудным. Напрасно воронье над стойбищем кружит, спасенные Христом и царствовать с ним будут. 17 апреля 2006 года.